Хотел дополнительно снять еще видео про моего этого суперманипулятора робота. Вот. Это уже версия Терминатор 5. Короче, первая версия шла без вот этого противовеса. Это уже ноу-хау свое. Придумал я. И шла, значит, здесь вот в этом месте не было сгиба. Теперь он есть. Потом была укорочена стрела, чтобы облегчить ему работу. Вот. Значит, из движения, что на данный момент имеется. Значит, поворот клешни. Сжатие, разжатие клешни. Вот серво стоит. Потом смотрим сверху. Какая довольно навороченная система. Сразу сделал одну серву, не прокатило. Пришлось ставить две. Такое движение. Потом сгибается все колено. Вот. Полностью вся стрела. Ну и, соответственно, поворот. Вот. Что он может делать? Сделаем вот так. Давай. Упором. Вот. Что идет? Куча проводов. Только наверх идет 4. Так. 4. Сзади их, соответственно, еще больше. Вообще пачка. 6 получается, наверное. Да, 6 проводов. Это тут еще же 2 сервы, они спаренные. То есть, ну там показывал я, видно было. Значит, сам блок управления на Arduino Nano собран. Так, сюда подключаем питание. Ну, пока тут все так трошки на соплях, потому что толку не добился еще. Потом имеется вот такая кнопочка переключения режимов. Ручной автоматически. Так. Опять же, куча проводов. Такой пультик управления ручной. Движение стрел вверх-вниз, второго колена. Вверх-вниз. Это тоже все поворачивается. Это поворот башни. Этот самый... Ну, тут можно переключать. Поворот клешней, сжатие, разжатие. То есть это все работает. Так он сбоку выглядит.